отправляем КамАЗом. Нам нужно доехать до места назначения. Чё себе дорога какая убитая. Ладненько. Сейчас доедем. А тут только два режима, да, камеры. Тут такой, как будто я сейчас, знаешь, наеду. А здесь далеко еще. А зачем нам зеркало заднего вида, интересно? Машинок все равно сзади никого нет. Ну, может быть, это только начало, на начале игры. Проезжаем через туннель. И сейчас будет крутой поворот. Вот, крутой поворотик, проехали. И по прямой. Здесь мы, наверное, возьмем какой-то груз. А, вот, да, вижу. Вижу, какой-то груз лежит. Так, проехали, да? Next. А вот вторая серия. Так, да, берем вот это масло. Подцепляем и поехали. Так, куда ехать? Прямо, наверное, да? А, ну все, мы как бы масло-то взяли. Считай. И теперь везем обратно. Угу. Так, крутой поворот будет. Сейчас надо будет вписаться как-нибудь аккуратно. О, нет, нормально, проехали. Все, груженные, едем. Денежку получили. О, пошла неровная дорога. Ух, нифига. Аккуратно, у нас тяжелый груз. Нам нужно не попасть куда-нибудь в аварию. Не разбиться, не перевернуться. Все. Скорость у нас большая, так что на повороте можно немножечко притормозить. Ага. Так, поворачиваем. Oil tanker. Мы везем масло. Ну, видимо, нефть. Так, ну что? Следующий уровень у нас. Так, можно еще и машинки покупать. Но пока денег нету у нас. Поехали на этой машинке. Ага, туда же можно цвет купить. Ну, можно на зеленый. Ну, поехали на зеленый. Так, танкер пока. А, ну вот, бай. Ну, давай этот купим. Фигли. Фиг ты купишь. Ну, пусть тоже будет зеленый, да? Так, а вот, все, поменяли мы машинку и едем дальше. Зеленая теперь. С этого же места мы, кстати, и поехали. Второй уровень у нас. Вторая часть. Ну и у нас еще сверху есть минуты. Время, да? Которое уменьшается. Нам за отведенное время нужно успеть довести груз. Ох, нифига, поворот какой. Поворот очень крутой. Ну, нормально, мы вписались. Поворачиваем направо. Поворачиваем налево. Ну, смотри, крутой поворот. Машинка как бы даже и не перевернется, я думаю. Я в Америке... А, ух ты! Куда? Тихо. В американские грузовики, когда играл, там можно реально было перевернуться. Так, четвертый уровень. Давайте выбираем. Так, у нас на новую машинку все равно денег хватает. Ну, давай беленькую сделаем, синенькую такую. А ну-ка, что у нас тут? Ага. Ну, давай вот эту выберем. Тоже беленький сделаем цвет. Он, в принципе, красивее. Ого, смотри, кто-то перевернулся уже. Ну, все, поехали. Минута 26 у нас есть.
И нам нужно довести груз. Все, поехали. Везем. Везем этот груз. Так, а ну, а что у нас там? Да, также масло мы везем. Опа, врезались. Понял. Очень крутой был поворот. Ну, еще бы дорога была бы ровная. Ну, 50 секунд еще есть, как бы. Время, конечно, у нас уменьшено. А, все, мы практически уже доехали, ребята. Все, паркуемся здесь. Отлично. Ну, такая вот игрушка. Ребята, продолжаем. Извините, за играть за читера. 230 баксов у нас. Это очень мало, мало. А, ну тихо. Вот эти вот каркушечек надо убивать. Они не нужны. И будем немножко проходить. И попробуем пройти. Так, ну, здесь получается лава везде. Но она как бы за спиной читера. Поэтому... А кто это вот летает, как ты думаешь? Это летучие мыши или это какие-то птички? Вроде бы как похоже на летучую мышь. Только почему она фиолетового цвета? Я думал, летучие мыши всегда черного. Ух ты, видишь? Смотри, я сразу двоих убиваю. Офигеть. Это прям мне нравится. Что? О, смотри. Нифига еще. Такой первый раз вижу, что сзади они появляются. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо. Пошли-пошли вперед. Так, здесь, что у нас здесь будет? Так, этого убили. Так, вниз спускаемся. Ага, $198. А, давайте ботиночки купим. Отлично. С новыми ботиночками мы пройдем намного быстрее. Да. Двигаться стали мы быстро. Это очень даже хорошо. Прям серьезно. Реально быстрее стали передвигаться. О! Такая у него стреляет каким-то непонятно. Газом каким-то, да? Или это какой-то молнии какие-то. Ну, что-то такое. Интересно, сделали разработчики. Такой вот выстрел такой. О, тут что-то у вас много уже. Алло. Каркуши. Так, еще почему-то меньше прошел. Да. Поиграли, хорошо. Так, давайте мы щелкнем этого зайца. Ох, мимо. Мимо не получилось. Так. Буррито бизон. Так, давайте. Да куда ты? О, Гендальф. А, не получилось мне Гендальфа щелкнуть. То, что об стену ударились. Так, перчатка. Раз, два, три. Три удара перчатка дает. О, Гендальф, давай, Гендальф. Может, сколько там денег дашь-то, интересно. Во, открываем, 600. 600 монет. Тык. Прыгаем. Ох ты, ракета мне помешала взять прыгалку. Так, ну давай, перчатку-то я возьму. Раз, два, три. Ой, три удара всего лишь дается. Ну все уже. Так, давайте ракетку еще возьмем. Так, Гендальф, не успел я тебя взять. Прости, дорогой, в следующий раз. Прыгалка, да. Все. Так. Давай. Ах, ты смотри, два полицейских сразу меня зажало. И один, и второй. Все. Так, ну что ж. Давай зайдем в магазин, посмотрим, что мы можем купить. Так, заходим в магазинчик. Вот, наконец-то, доктора Червигдона мы можем купить. Так, есть. Лейтенант Бум. А лучше, чтобы еще лучше подпрыгивать. Так, в армишка. Давай в армишку, чтобы больше денег он нам давал.
Ну все. Так, надо этого зайца щелкнуть. Опа, есть удар. Хорошо, мы его отщелкали. Вот. Сейчас посмотрим, попадется мне тут Червингтон или нет. Он где-то там должен быть в небесах. Высоко. Но пока его я ни разу не встречал. Не видел его пока. Бочки. О, пробили стену. Перчатка. Раз, два, три. Три раза. Так, прыгаем. Так, ну где тут этот чувак с Червингтон, с червем своим? Где же он, где же чувак-то этот? О, 2800, смотри, стали давать. Денег, нифига себе. Неплохо, причем неплохо. Давай зайдем в магазин, посмотрим, что тут есть. Тедди факел, лучше, чтобы взлетать еще выше. Ну давай купим. Так, потом Гундальф, лучше, чтобы увеличить сумму денег в сундуке. И повысить скорость. Какую скорость повысить? Ну, сейчас посмотрим, какую скорость мне предложили повысить. Ох, мимо. О, прыгалка. Так, пробиваем стену. Ах, ты на бомбочке летел, пират. Мы его не подняли. О, вот он, увидел я этого чувака с червяком, который. Но что-то он, видимо, редко попадается. О, теперь легче его, легче победить, мне кажется. И 4000 монет было там. О, прыгалка. Есть. Нифига, уже 70 тысяч у нас, ты понял? Да, перчатка, спасибо. Раз, два, три. Три раза, правда, только. Ну, стену эту придется долго пробивать, я так понимаю. Так, ну что, ребята, давайте поиграем в командные события. Гонка на время. Завершите трек как можно быстрее. А, ну, давай вот эту машинку возьмем. Можно быстрее на гоночный приедем. Опа, нифига себе. Это что-то новенькое, ребята. О, как я тут только что головой не стукнулся, вообще вопрос. Давай, 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 давай. Да ё-моё, давай быстрее. Так, 22 секунды. Далее. Езда на заднем колесе. Пройти как можно быстрее. На заднем колесе? Ну давай на вот этом поедем. Так, на заднем, на заднем. Ах ты, ё-моё, сразу же мы что-то проиграли. Ну ладно. Так, прыжок в длину. Прыгайте как можно дальше. Как можно дальше, как можно дальше. А, ты отсюда, да? Опа! Счет 1800. Так, без дозаправки. Ну, поехали. На новой машинке перевертыша. На перевертыше. Блин, жалко, что у меня здесь минутика нету. Так, далеко ли доедем мы, интересно? Так, бензин потихонечку кончается. О, давай, 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 перевертыш. Быстрее едь. Так, ну, я максимально быстро стараюсь ехать. Так, ну вот, бензин закончился. Давай еще немножко. Ой, молодец, молодец.
Сейчас мы доедем. Переедем. Есть. Хотя бы победа. Что чуть-чуть да дальше проехал. 518 метров. Завершите трек как можно быстрее. Ну давай. На перевертыши мы и дальше будем ехать. Почему бы и нет. Ох ты, нифига себе, какое большое озеро. Огромнейшее озеро. Ё-моё. Ну, сложно здесь, конечно, ехать. Ну, постараюсь я доехать. Ну, ём, перевёртыш, вонючка. У него такие колеса большие. Вот, смотри, как сложно. Я прям западни какой-то. А как же мне это победить-то? Эту западню. Да, к сожалению, я тут не могу ничего сделать. Блин, я не могу отсюда вырваться. Да, сейчас закончится топливо. Ну ладно. Так, итого 9800 у меня рекорд. Вот на таком уровне я. Ну, не на сильно высоком, но все равно. На каком месте я? На 24-м. Ну да ладно, это тоже хорошо. А нас тут все поиграли? Ага,